Очередная распаковка на канале. Я-то уже знаю, что здесь лежит. Здесь лежит супербомбовский чехол для Honor 8. Молодцы китайцы. Даже держалку дали. Но она пластиковая. Так что с вашим стеклом ничего не случится на телефоне. Далее, что мы здесь видим? Вставочка. Очень красиво сделана внутри, без всяких утолщений из замши и всего остального. А это значит, что чехол будет максимально тонким. Здесь идет имитация под кожу. Чуть-чуть закосячили ребята и шовчик здесь пустили по краю, а здесь немного заступили. Как бы вам показать получше. Ну, то есть, вот, как это выглядит. Но, тем не менее, выглядит он прикольно. Здесь можно также поставить петельку. Держатель для пальца. И не нужно будет заморачиваться по поводу поп-сокета. У меня жена очень сильно обожает поп-сокеты вместе с ребенком. Но тут, я думаю, ей будет самое то. Тем более, что под женский палец это ее любимый размер. Телефона у меня сейчас нет, но я думаю, что, ну да, все сделано замечательно. Прорезиненные такие кнопки, они не выпирают, не обрезаны здесь, как на пластиковых чехлах, которые в кармане оттопыриваются и ломаются в конечном итоге. Здесь все сделано достойно. Единственный нюанс, вот тут вот остатки литья, но все, их нет. Я думаю, что ей очень сильно понравится. И для ее телефона сядет идеально, закрывая борт. Так что как-то так. Пойду, обрадую ее.